Ну, как обычно, в среднем. Там у нас отопление. Ну, вот, конечно, хотелось, вот, чтобы эти две комнаты... Ну, так, конечно, потолок уже, он проседает, я гляжу. А он там вообще рухнул. Тут котел стоит. Да. А вот, вот там... Снимаешь? Ну, да, я все снимаю. Чтобы это... Ну, это вот, конечно, под, вы под мастер-класс, да, под выставку? Вот мы две комнаты хотели бы, очень, конечно, просим все время. Ну, тут потолок вообще просел, отвалился. Ну, тоже уже как бы. Выход на чердак, он обломился, видишь. Ну, вот это вот я... И тоже просел. Мне бы, конечно, очень хотелось комнату, чтобы осталось. Так, а вот эти остальные... А вот эти вот, в принципе, ну, если... Ну, это маленькая. Так нужно поделиться. Нет, это маленькая, понятно. Можно было бы это... Ну, это если там... А это вход куда был? Может, там сувенирки какие. Замурован вход куда? И вот комнатка. А вот это что за вход? Это вход там... Такое... Тоже маленькая. Вот так вот, так вот перегородку. Вот это маленькая комната. Вы, типа, будете к отоплению проходить. Маленькая комната, да? Зачем? Потолок. Вот здесь нормальный потолок, пол нормальный. Вот здесь вот, в принципе, помещение такое небольшое тоже. И вот здесь вторая комната, да. Но потолок, конечно, в ужасном состоянии. Это раз, потому что, ну, здесь хотя бы плюс то, что есть крыша над головой, есть отопление, вот что, отопление и свет. Плюс решетки на окнах, это тоже пластиковые окна, тоже хорошо. Но, есть но в плане того, что работать надо, тут узнавать все. Я приехал наводить порядок, тут уже гараж попробовал открыть, вот, сделал, как мы видим, да, тут сейчас полная, как бы, куклы, всякие разные вещи, предметы. Сейчас буду выносить вот эти вот куклы, буду выносить в соседнюю комнату и уже так по чуть-чуть разгребаться, ну, то есть буду наводить уже более порядок в помещении, освобождать его, чтобы он был чистый, уже смотреть дальше, что понадобится по необходимости. Ну, в дальнейшем, что тут, менять полы, может быть, или что, линолеум стелить там, или еще что-то. Вот. Ну, в принципе, вот сейчас я этим займусь. Убрал угол. А, вот сейчас разбираю вот тут эту кучу. Часть уже кукол я перенес, там часть разной шляпы тоже я перенес, там он повыкидывал на улицу. А, значит, вот трубы, видим мы, да, положил это, сливы. Водосток. Вот. Сейчас я думаю, сегодня я уберу вот эту комнату, только осталось. Ну, вот этот весь хлам остался убрать. Вот этот, вот этот. Останется только вот, что в углу это, мало ли, пойдет, может быть, на доски, на какие-то там, на защиту, в смысле, на щиты, чтобы там из лука стрелять, топоры кидать. Вот. Ну, остальное, я думаю, вот так полегоньку. Такими маленькими силами, может быть, день, два, три в течение какого-то времени это все уберу. А ребята еще, я думаю, помогут, остальные там, когда подсасываются уже. Вот, сегодня я чисто начал, просто старт такой небольшой. Я решил устранить вот эту дырочку, так скажем, сейчас. Опа, покажу. О, половицы сгнили. Вот, уже одну доску я освободил. Значит, сейчас вот все это отпилил, буду заделывать. Вот. Так, хотя бы, чтобы уже было все лучше, чем... О, так, сейчас. Не знаю, подойдет, нет, нам придется поднимать. Ладно, не столь важно. Вот. Тогда заделаю, вот уже часть привезли мы всего. Вот, заделаю, тогда уже покажу потом дальнейшее, что получилось. Заделал я. Значит, дырку сейчас покажу, да, вот. Но косяк единственное, что практически все полы, вот здесь вот лаги, как оказывается, лаги, они все херовенькие, изнутри все гнилые, вот. И вот я сделал ее, вот так. Вот, закрыть вроде закрыл, вот, стоять можно, но все равно она также подпрыгивает со всеми. Потому что здесь уже гниль. Вот эта балка гнилая. Здесь, это еще так, а-ля улю. Но здесь придется чем-то закрывать, чем-то делать уже.
более-менее лучше. Ну так в целом-то вроде ничего, все держится, но чтобы довести все до ума, нужно поработать здесь будет. Либо полностью поднимать полы, делать вообще новые.